Велик нахуй, теперь почти что раллийный. Ай, блядь. Второй болт. Теперь он крепче будет. Так, что у нас тут еще? Какие сопли здесь, ну ебать коней, что это за хуйня? Ебать того рот. Сварка на любого разряда, нахуй. Что за долгой бизнес? О, блядь, так же лучше, блядь, даже видно, нахуй. То, блядь, в этой теме ничего еще не видно. Фонарик можно использовать таким образом. Так, снизу нихуя. Надо косоперки сюда подвесить, не надо. Я, блядь, так варю, нахуй. По интуиции. Как тут металл, блядь, вообще сварится? Похоже, насколько я помню, когда сварщик ровно доваривает шов до замка, и при этом электрод почти кончился, это типа оргазм для него, насколько я так понимаю. Все, у меня нихуя нет почти электрода. Ну, дождем. Лучше держаться будет, вот и все. До свидос. Так, что у нас тут? Ну, как всегда, камера эта проклятая хуёво снимает. Ну, что тут сказать? Я не знаю, что тут сказать. Страшно это очень. И не знаю просто. Страшно. Блять. Немного харкнуть надо, чтобы немного охладить. Сука, в итоге нахуй все колесо обкакал. Ебаное в рот. Вот, нормально. О, блядь, точно, это же, блядь, может немного лучше привариваться будет в роли окислителя, потому что кислота же это ДНК, как-то там она расшифровывается. Нуклидовая какая-то кислота ДНК. ДНК же тут последняя буква такая. Значит, это кислота. Ну, хуёво здесь, конечно, всё это выглядит, ебать. Запах характерный появился. Оно и, в принципе, и так держаться будет. Также здесь приварил. Вот. Тут вообще прям, не знаю, прям вообще красиво получилось. Неплохо очень получилось здесь. Но... Во. Ну, здесь не знаю. Здесь я не зачищал. Хотя не при чем это здесь. Зачистка. Болт. О, запах уебать натуре. Кишками проваренными. Вот так вот, в общем. Потому что на одной, на один болт идет сильно очень нагрузка. Я приделал поэтому второй. Ну, выглядит, конечно, не знаю. Так, пойдет плюс-минус. Блять. Я что-то немного даже пересрался. Будто у меня двигатель не встанет, блять. Что-то испугался даже немного. Ну, ладно. Вот такая вот хуйня, в общем. Так. Ну, сейчас немного. Точки вот тут некоторые. 2-3. 4 точки. 1, 2, 3, 4, и все. И я ставлю двигатель, выезжаю и ложусь, потому что заебался уже нахуй. Делать дырку нахуй. Я маленькими сверлами под этот блядский болт нахуй садил все это дерьмо. Вот. Вот так. Раз уж времени нету, чтобы делать мой мопед. Во-первых, я довольно-таки взрослый. Во-вторых, я, по сути, сам уже все умею. Я уже и варить вполне умею электрорутиловой дуговой сваркой, что даже очень неплохо. Ну, вообще, любой сможет такой сваркой варить, абсолютно кто угодно. А вот полуавтоматом вообще очень интересная штука, потому что варишь, и у тебя вместо шлака идет прям это... Тупо проволока сама плавится, и все вообще. Я бы попробовал, поварил бы, блядь, медью. Ой, какой медью, блядь? Полуавтоматом попробовал поварить. Так, а я пиздую за следующим электродом, потому что мне не хватило электрода. АК-46 пиздатые электроды, в отличие от китайских. Хуйня какая-то, эти китайские, сука. Плискаются сильно этот пиздец, вот, ЕСАПчики. Охуенные, да, конечно. Что-то они грязнятся как-то. Или я просто пока что еще не привык, что я, блядь, не
паяю, а валю, блядь. Что вот такая вот, вот такая вот хрень, какая-то пудра, блядь, не знаю, белая какая-то вот хуйня тут, блядь. Непонятно, что это такое. Ну тут такое белое, как-то некрасиво выглядит. Но это обычное дело. Или я просто пока что еще до сих пор не понимаю. Ну, ладно. Будем дальше варить. Я ставлю двигатель, пробую выезжать. Буду пробовать по кочкам ездить. Я думаю, двигатель должен... Я думаю, он нормально должен теперь ездить. Но это раллийный тюнинг, нахуй.